Ой. Должен, в принципе, взять. Посмотрим. На место, да? Просто рай. Да. И приходит в яму. А клевок. Клевок нет. Тут два варианта. Либо карвис сытый просто не берет. Либо какие-то другие факторы. Водопадик получился. Что-то он уже не один год, по-моему, тут. Там бревно зачаленное. Как зачаленное, непонятно. То ли за два камня, то ли как. Хорошее, да? Видно же. Делал яму. Такой тоже прекрасно. Дальше вот такая прямая. Где кончается струйка переката, именно туда надо бросать. Вон та струйка. Даже плавится там, короче. Сейчас посмотрим. Вот так. Вот. Сейчас видно поплавок. Так, какая будет поклевка, интересно. А вот, все поклевка. Все нормально. Вот такая вот штука. На верхнюю взял. Там все не кончится. Так, наблюдаем. Ну, переброс. Ну, сейчас правильно. Струи стоит. О, еще один. Ну да. Там, но замотал стопудово. Нет. Нет, все чистенько. Давайте с вами снимать его. Ручка. Вон какой красивый. Нет, вот так надо. И опять зацеп. Перед этим кто опять выбил на верхнюю. Сидит? Че? А? Сейчас забросы. Маленько будем проходить, так мы должны четко тоже чувствовать, где есть рыба. Че, будет способствовать удачи, нет? Так, посмотрим. Перепад есть, но тут нету ямки, а ямка вон там, где кончается. Волнение. Какая красота.